Հայաստանի Գեղարվեստական Մարմնամարզության Ֆեդերացիայի սաներն այս անգամ ներկայացնում են Հայաստանը երկու տարբեր մրցաշարերում, որոնք անցկացվում են ապրիլի 20-ից 21-ը։ Մի մասը մեկնել է Դուբայ, Pirouette Challenge Cup 2024-ի համար, իսկ մյուսները Վրաստան, Քեթի Cup Թբիլիսի մրցաշարի համար։ Они молодцы, они умнички, они очень долго тренировались, они сейчас очень хорошо подготовлены, поэтому давайте пожелаем успехов, удачи, будем держать за них кулачки. Армения чемпион! Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ֆեդերացիայի յուրաքանչյուր անդամի նրանց համակարգված աշխատանքի համար։ Այս պահը շատ հուզիչ է և պարտավորեցնող է, քանի որ մեր երեխաները ներկայացնելու են Հայաստանը միջազգային մրցաշարում։ Բոլորիս մաղթում եմ հաղթանակ։ Երեխաները շատ են աշխատել, հիմա տրամադրված գնում ենք միայն և միայն հաղթանակին։ Երեխաներին ուղեկցում են մարզիչները։ Դուբայ մեկնողների հետ է նաև Նատալիա Արզականցյանը, ով իր հոգատարությանը զուգահեռ գոտ է պնդում է մարզուհիներին։ Мы находимся в нашем любимом аэропорте Звартноц и опять же собираемся в такое веселое путешествие, но непростое, с полным, так скажем, вызовов, потому что опять же нужно проявить себя и доказать свое мастерство и побороться с разными странами. Девочки готовились, мы в принципе настроены на победу, как всегда. Вот, но, конечно, не знаешь, как идет вообще ситуация там уже на ковре, когда выходишь, вот все может пойти или в пользу больших побед, или что-то пойти не так. Но мы очень надеемся, то, что наши девочки привезут медали, что мы вернемся с победой, и мы едем на международные соревнования в Дубае. В принципе, эта площадка нам очень комфортна, она дружелюбная и принимает Армению с удовольствием, с радостью, с дружбой. И часть команды поехала в Грузию на соревнования. Я надеюсь, что они тоже приедут с победами. Поэтому пожелайте нам удачи и до новых встреч. Мы летим на международный турнир в Дубай, готовились достаточно долго, все дети большие молодцы, отдаются на 100%. Большая благодарность Наталье Сергеевне за то, что она очень много вкладывает в Федерацию художественной гимнастики Армении, то, что она очень отдает себя, каждый день приходит, и мы вместе работаем, у нас получилась настоящая команда, я считаю, что дети должны выполнить свою цель и привезти медали домой. Շատ լավ ենք պատրաստվել միջազգային մրցաշարին, ոչ միայն մենք հիմա ճանապարհորդում ենք դեպի Վրաստան, ունենք նաև Դուբայում մասնակցող երեխաներ, ովքեր որ այսօր նույնպես գնալու են Դուբայ, պատրաստվածությունը շատ է, դրամադրված ենք հաղթանակներով միայն ու միայն։ Երեխաները պատրաստվել են շատ երկար, ունեն արդեն նաև նոր մարզահագուստներ։ Ես մտածում եմ, որ առաջին տեղ գրավեմ, բայց որերենի կլինի։ Մի դոլգը գտովիլիս, ի я думаю, что у нас все получится. Мы прилетим из Дубая с победами, и у нас все получится. Ուրախ եմ, որ Հայաստանում ներկայացրու եւ հպարտեմ, որ հայ։ Я очень сильно готовилась, мне все хорошо. Я хочу занять первое место везде и всегда. У меня сейчас хорошее настроение. Мы долго тренировались, чтобы поехать на соревнования и победить, там, встать на первое место и поднять флаг Армении. Я тоже очень хочу поднять флаг Армении, потому что мы не просто так сюда приехали и не просто так трудились. Вот у нас хорошие очень костюмы, и мы также должны хорошо выступать. Нам очень нравятся эти костюмы, они новые, и мы в наших купальниках должны выиграть. Они такие красивые. Я хочу поднять флаг Армении. Идем за победами, ждите нас с победой.